Всем привет, наши дорогие любители Крыма и путешествий. В комментариях мне очень часто пишут злобные люди: покажи нам окопы в Евпатории, покажи нам окопы в Евпатории. И сегодня я вам буду показывать окопы в Евпатории, которых здесь нету. Приносим извинения за сильный ветер. Мы находимся на берегу курортного поселка Заозерное. Ребята, это в принципе та же Евпатория. И смотрите, вот он пляж, вот оно море. Инфраструктура пляжа вся в порядке. Никаких окопов здесь нет. Повторюсь, Заозерное — это та же Евпатория. Это прекрасный курортный поселок, который выбирают многие для своего отдыха. Давайте сразу морька вам. Сегодня шторм. Приношу извинения за помехи из-за ветра, потому что ветер дует здесь сильнейший. Пляж Супераква, на котором мы находимся, прекрасный песчаный пляж. На этом пляже проводятся различные молодежные фестивали, экстрим, паракайт, что-то еще. И действительно, он оборудован всем необходимым. Во время сезона здесь работают спасатели. Теневые навесы присутствуют, переодевалки есть. Подъезд к этому пляжу, есть указатель, также есть. Вы не ошибетесь. Дорога, грунтовка такая, гравийка, но вполне проходимая для любого легкового автомобиля. Есть возле пляжа импровизированные парковки, каких-то асфальтированных парковок нет. И сейчас, ребята, во вне сезон, выходные, сюда приезжает очень много жителей Евпатории, которые жарят здесь возле пляжа, не на пляже, шашлык, отдыхают, дышат морским воздухом, любуются вот этими красотами. Сегодня небо пасмурное, сильнейший ветер, меня слышно, наверное, через помехи из-за ветра. Но, ребята, это кайф. Здесь окопы. Здесь я не слышал про окопы. Я их не вижу. Давайте вместе с вами немножко прогуляемся по этому пляжу. Вы сами посмотрите, что я вас не обманываю. Вот смотрите, вот там запаркованы автомобили. Люди приезжают и сидят в местах отдыха, где расположены различные кафешки летние. Пока еще кафе не открыты, вы сами понимаете, что еще лето не наступило. Ну, прячутся от такого сильного ветра, дети резвятся на пляже, потому что это вот этот пляж — это огромная песочница, просто преогромнейшая песочница. И сейчас, когда здесь нет людей, просто великолепно. Нет отдыхающих, я имею в виду, нет туристов. В Заозерном очень много гостевых домов, также здесь детские оздоровительные лагеря. Сюда приезжают дети на оздоровление. Ну, классно, ребята, очень прекрасно. И еще раз вам, весеннее, штормящее море. По западному побережью Крыма мы поехали с Александром, канал Алексит. И смотрите, он спрятался от ветра, нашел для себя рыбное место и что-то вещает для вас, для тех, кто смотрит его канал. По поселку проехались немножко дальше, чтобы вы не говорили. Показали вам один там супер какой-то пляж, на котором ничего не вырыли, не раскопали окопы. Потому что хозяева пляжа, скорее всего, договорились. Нет, ребята, сейчас мы выйдем на другой пляж и покажем, что окопов здесь тоже нет. Но в Заозерном очень много старых таких вот полузаброшенных санаториев, мест для отдыха. Не все идеально, могу сказать. Да, не все идеально. Где-то и на пляже присутствует разруха. Как-то так. Смотрите, на этом ветру Ирочка уже замерзла, задубла. Вроде тепло, но этот ветер — кошмар. Как тебе окопы на пляжах Евпатории и Заозерного? Которые вырыты детскими совочками. Ребята, мы заходим на следующий пляж. Дует, конечно, сильнейший ветер, но здесь катаются ребята на паракайтах. Но это зрелище, конечно, суперское. И обратите внимание, как ветер, песочек, как в пустыне, вот так складочками. Классно. Я говорил, что не все идеально. Но смотрите, со времен Советского Союза остались какие-то строения. Они уже полуразвалены. Я считаю, нужно это не просто огородить каким-то заборчиком, а снести капитально, чтобы никто не подумал туда залезть и никого не привалило ничем.
Ну, ребятки, вы сами видите, вот следующий пляж, он пустынный, здесь нет людей, но нет ни военных, ни военных строений, никаких окопов, это в одну сторону, море, и опять же, да, причал старый развалился, это беда всего Крыма, но там тоже, видите, там никаких окопов нет. Сегодня в этом видео мы ответили на вопрос некоторых людей, есть ли окопы в Евпатории и Заозерном. Показали, что их здесь действительно нет. Ребята, ну, видео вышло, конечно, не длинное. Возможно, кто-то не может его слушать и смотреть, потому что дует сильный ветер. И мы его закончим, а заканчивать будем его морем. Вы будете сейчас смотреть. Море, штормящее море.